потому что игра для нас праздник. Конечно, шучу, да, безусловно. Я доволен результатом, я доволен, как отыграла команда. Были какие-то недочеты, были какие-то провалы, но это, опять же, можно компенсировать за счет того, что это все-таки юниорский хоккей. Ну, такое случается. А не приходило, вот счет был 3-3, не приходило такой мысли, что победу можете упустить? Вы знаете, сейчас после игры я вам раскрою небольшую тайну, да, то, что у нас говорится в раздевалке, ничто не выносится наружу, но я вам хочу сказать, что я ребятам после игры сказал одно. Ребят, вера в вас была безгранична, и вы ее оправдали. Я их поздравил с победой. На самом деле вера была, и она всегда останется. Мы верим в этих ребят. Они самые лучшие. Завтра матч с «Спартак», и пойдете ли завтра на него следить? Да, мы съездим, да, у нас есть такая возможность, да, мы обязательно посетим этот матч, посмотрим на наших соперников, потому что еще пока не знаем, кто. Знаем, что «Спартак» выиграл сегодня в овертайме 5-4, вот, поэтому 2-1 они повели в счете. Завтра посмотрим, что. Ну вот перед этим матчем увидала какое-то сильное напряжение в раздевалке? Нужно ли было успокоить игроков, как-то придать им уверенности, потому что решающий матч, полуфинал? Вы знаете, перед любым матчем, будь то полуфинал, будь то финал, конечно, полуфинал, это очень большая ответственность лежала сегодня на ребятах, на их плечах. Чувствовалось волнение. Но мы им попытались объяснить, и я очень рад, что они поняли, что вот это волнение, оно проходит сразу же после первых секунд выбрасывания, как только начинается игра. Мы их попросили выложиться очень короткие смены, по полной, на 120%, то есть ребята должны были, через вот эту работу должна была пройти нервозность. Ну и то, что они выполнили, молодцы. Вывеска такая отличная, может быть, да, ЦСКА «Спартак». Было бы интересно с «Спартаком». Вы знаете, мы, наверное, оставим, пусть «Спартак» решает свои вопросы, и «Барс» пускай решает свои вопросы. Как бы это ни звучало банально, в финале не бывает слабых соперников. Безусловно, ЦСКА «Спартак» – это очень хорошая вывеска, хороший дерби такой будет. И я могу только пожелать командам наших соперников, знаю, что это же всего самого доброго. Хорошие игры, правильно, хорошие игры. Спасибо.